Завершается период паводков, наступает сезон степных пожаров. Возгорание сухой травы произошло в районе чугунного моста близ поселка Деркул. Пламенем была объята площадь свыше 2 гектаров. Начался он 9 апреля примерно в 1:30 ночи, а потушить его удалось в 4:00 утра. Пострадавших нет. Сейчас идет подсчет зеленых насаждений, которые уничтожены. Кроме того, устанавливается причина пожара.